продолжаем жить, бьются сердца, встречаем друг друга, короче, влюбляемся иногда. Это вообще, в принципе, не пересказать, как эту чудесную жизнь можно проживать. Небо над головой, ветра, иногда, короче, холод окутывает тебя. Иногда кажется, блин, вот оно, приехал в свой район, в котором так хорошо. Родные дома, парадные углы, железобетонные провода, столбы, город Петербург, как давно. Классно, короче, читать здесь у метро. Улицы, проспекты, районы, провода, там, где ты, и там, где я. Улицы, проспекты, районы, города, там, где ты, и там, где я. Улицы, проспекты, районы, города, там, где ты, и там, где я. Улицы, проспекты, районы, города, там, где ты, и там, где я. И снова кто-то приезжает, уезжает, кто-то сейчас на самолете влетает, кто-то приехал сюда на один день, останется навсегда. У кого-то здесь большая-большая семья. Кто-то выплачивает ипотеку, машины покупает, кто-то просто свои бабки дома считает. Кто-то, короче, думает, да нет, бабла, и хорошо, просто живу, лечу так легко. Крутится, крутится планета Земля, снова звезды ночами освещают нас, ну да. Где-то луна, короче, по небосклону плывет. Как это все происходит, кто поймет? Ну, в общем-то, классно, что мы тут тусим и встречаемся, что вместе с вами тут, в принципе, улыбаемся. Улыбка вообще помогает всегда. Так что, друзья, всем здоровья и добра. Улицы, проспекты, районы, города, там, где ты, и там, где я. Улицы, проспекты, районы, города, там, где ты, и там, где я. Улицы, проспекты, районы, города, там, где ты, и там, где я. Улицы, проспекты, районы, города, там, где ты, и там, где я. Ладно, так что всем удачи, любви. Классно, мы купили шариков, там нереальные цветы. У тебя, братан, классные белые штаны. Ты, наверное, их стираешь каждый день чисто от души. Щеточки начищаешь, вот оно. В общем, сегодня у нас нереальное, короче, уличное кино. Снимаем на фоне остановки и дома. Кто-то блины там продает, ну, в общем, как всегда. Вечер в Питере, когда лето. В общем, по-любому эта тема для следующего куплета. В общем-то, всем, короче, всего. Все хорошо. Продолжим дальше, у нас нереальный ништяк. Йоу. Что у нас тут еще? Привет, дружище. Ладно, будем читать фристайл, да? Че, зачем мы тут еще пришли? Классный братан, у тебя штаны, шорты, да, прости меня. Так, так, так. Так, тусовка подружек там стоит неспроста, ага. Привет, тусовка подружек, любители ватрушек. Сегодня мы, короче, в общем-то, неспроста встретили всех вас, дорогие друзья. Покачайте ногу у метро, тут одна большая семья. В общем-то, да, как еще? Сегодня в Питере вообще хорошо. Эта компания все время отдаляется все дальше и дальше. Давайте подтягивайтесь, почитайте стихи без фальши, йоу. У вас же есть нереальные текста, братва. Такой день еще, когда он будет, а? В общем-то, ладно, ты, наверное, тоже читаешь мужчину. В общем-то, у нас тут настоящие, походу, мужчины. Собрались, короче, поглядеть на вас. Я вижу, на меня там смотрит твой электронный глаз. Братан в футболке с надписью на груди. Где-то я откопал-то, походу, в секонде, смотри. Ладно, взял, наверное, на сортен или типа того. Спасибо, братан, за твою меланчуму, вообще хорошо. Я такой богатый, что даже не описать. Продолжаем тут на улице дальше рифмовать. Так, вот оно. На самом деле какая-нибудь тема бы нужна. То я, честно говоря, не знаю, читать-то о чем тут еще. Вот она. Девушка в юбке ожидает кого-то у метро. Наверное, кто-то придет сейчас по-любому, йоу. Либо подруга, либо муж. В общем-то, сегодня где-то в лесу проползает уж, а мы тут, короче, стелим биты.
И там, короче, бедовалые тусят с нами пацаны. А, вот идет он, самый главный герой этого дня. Ему не нужен телефон, интернет ему тоже ни к чему. Он просто шагает по улицам, блин, я тоже так хочу. А, не парится вообще, когда рождаешься просто так. Когда ты такой маленький, у тебя все ништяк. Удивляешься всему каждый раз. Ладно, блин, что у нас есть такой час. А как вообще все выросли, как бы уже давно? Кто-то уже с барсеткой стоит, вообще как в кино. Делает, наверное, какие-то серьезные дела, делает бабло. В общем-то, ладно, так видно нам и дано. А в лесу кирпичи, пролетают по небу грачи. Здравствуйте, девушка с мешками. Очень прекрасно, что вы сегодня вместе с нами. С этими бирюзовыми рюкзаками. Что-то достаете, что там с вами? Шоколадка или типа того. Хотите подкинуть мне бабки? Ну вообще хорошо. Ладно, все бабки давайте сюда. Не надо считать, в общем-то, у вас исполнится мечта. Спасибо за полтос, я вообще богат. В общем-то, я тут сильно рад. Спасибо, увидимся с вами еще не раз. В общем-то, качаем у метро. Ой, джаз. И, в общем-то, в Питере хорошо. Сколько-то времени, наверное, около 11, наверняка, ё. Девушка с ромашками. Привет, девушка с ромашками. Так. Давайте еще биток какой-то найдем. Вау. Счастливого пути. Блин, нашлись бы какие-то мужики вам помочь снежки донести. А ты что вообще, да? Ладно, кому по пути, тот поможет наверняка.